Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Корвит, мы продолжаем играть в скам. Значит, вне записи я немножко пролутался еще, побегал по городу, вот, и нашел полицейский участок, в котором смог найти пистолет. Наконец-таки, теперь у меня есть ствол, но, к сожалению, стрелять из него я не могу, по одной простой причине, что... Так, подожди, куда ты его? Куда ты его выкинул, дебил? Так... Я уберу, наверное, свечку, она мне, думаю, не нужна 100%, и тогда надо будет взять, тогда, наверное, вот так сделать. А, пистолет у нас занимает 4 ячейки, блин. Ладно, тогда мы выкинем вино, выкинем, не знаю, ну вот эти тряпки, наверное, тоже можно выкинуть, да, и вот так тогда возьмем пистолет, пускай будет. Патронов у меня к нему нет, и он у меня пустой. Вот, также я нашел себе новую куртку, это куртка тактическая, она на самом деле такая же, как и эта, но... Типа тактическая. А, подожди, это тоже тактическая. Ну, короче, вот это у нас куртка синяя. Также я еще нашел все такие вот тактические перчатки и тактический шлем вот такой вот. Вот, шлем, ну, типа свата, да, или типа того. Это все было в полицейском участке. Пролутал я его полностью. Ничего из пищи здесь нету, то есть здесь были исключительно... А вот и какие-то патроны, смотри. 22-й калибр. А почему не написано, какой калибр? Так, подожди. А подойдут ли эти патроны, интересно, на мой пистолет? Давай, я, наверное, уберу открывашку, поставлю лучше сюда патроны. Так, на троечку у нас пистолет. Нет, не перезаряжается он совершенно никаким образом. То есть, скорее всего, это патроны не на него. Да, скорее всего, это патроны не на него. Но да ладно, пускай будут, потому что, мало ли, может быть, я смогу найти какую-нибудь еще пушку. Вот, полицейский участок был чуть ниже. То есть, на прошлом выпуске мы с вами лутались вот в том городе. И я спустился чуть ниже, вот сюда, вот здесь был этот... полицейский участок, вот это вот здание, в нем я пролутался. Опять же, нашел много чего интересного и вкусного. Так, тут уже интереснее. Тут уже какая-то машина у нас стоит, сгоревшая, в ней свеча. Скорее всего, именно эта свечка и послужила возгоранию автомобиля. Так, тут больше ничего нет. Пока что я, ребят, еще играю на мультиплеере. Вот, но никого не встретил, поэтому совершенно не вижу смысла начинать играть в мультиплеере. По-моему, проще поиграть даже самому на, ну, типа, в сингл режиме. Спокойно, опа, а тут уже интересно, смотри, мы с вами нашли ножик. Так, как его? Теки, добавить в быстрый доступ. Добавить быстрый доступ на четверочку он у нас, да? Опа. Хоч, хоч. Нормально. А на правую кнопку? А на правую кнопку ты чё, чё ты, кстати, делаешь на правую кнопку? Обороняешься? А ну-ка, если мы возьмем топорецкий. Обороняется, да. Эй, тихо, куда ты выкинул нож? Ты чё, блин? Я думаю, что нож может пригодиться, если мы, допустим, будем разделывать, знаешь, там, кого-нибудь, там, какую-нибудь тушку или типа того. Какого-нибудь зверя. Так, что, блин, из этого можно убрать? Что мне не пригодится? Мне кажется, что вот эти вот антибиотики, хотя... Не знаю, если персонажу станет плохо. Здесь у меня вода есть. Так, резина, бандаж. Ну, бандаж, мне кажется, тоже это такая вещь, которая нужна всегда. Давай уберем нитки, уберем, наверное, тряпки вот эти. Вот, сделаем вот так. И возьмем уже тогда ножик. Ну вот как-то так, на первое время. Не могу я до сих пор еще найти себе никакого чемодана. Вот какой-нибудь бы рюкзак или типа того, было бы, конечно, классно. Но пока что, к сожалению, ничего такого и близко не было. Находил несколько раз одни и те же сумки. То есть, ну вот эту вот маленькую сумку. На бедренную, которая... Вот, и все, больше ничего другого я не находил из сумок именно. Вот, также у меня появилась какая-то проблема с энергией. То есть у меня показатель энергии упал до нуля. Как его поднять, я не знаю. Я думал, что это связано с едой, но
не знаю, может быть и да, может быть и нет. А, в общем, я съел манго и съел вот такой вот апельсин. И показатель никак не изменился. Вот, то есть я думаю, что, скорее всего, это что-то другое. Если вы, ребят, знаете, как изменить показатель энергии, сделать так, чтобы он был высокий, то обязательно подскажите мне. Может быть, я просто много всего на себе перетаскиваю. Может быть, из-за этого. Не знаю. Здесь просто я ничего такого не нашел. Я здесь сидел так вот все просматривал. Что касается энергии, я так и не понял, что может на это влиять. Вот у меня здесь есть какой-то недостаток минералов. Видишь? Что значит вот эта вот шкала, непонятно вообще. Какие-то калории здесь, вот это вот все-все-все. Все это дело непонятно. Почему у меня показатель энергии опустился до нуля, как его поднять выше, я не знаю. Вот. Персонаж периодически отписывается, что типа «я хочу кушать», говорит. Вот. Но... Вот, блин, здесь есть все, очень много всякого хлама, но совершенно нет еды, я не знаю почему, то есть за, блин, все время я пролутал практически целый город, да, ну такой небольшой, и все, что я нашел, это было два апельсина и манго, а, еще была дыня, вот, все, больше не было ничего, во всем городе больше нет еды. Понимаешь, то есть нету никаких там консервов или вот чего-то такого, что там какие-нибудь чипсы. Ничего, абсолютно. И я не могу ни на кого пойти охотиться, потому что у меня нету... Так, здесь у нас кухонный нож. Я не могу идти на кого-то охотиться, потому что у меня тупо нету какого-то лука или что-то типа того, знаешь. Так, зажигалка, изолента. Уберем, наверное, вот эту резину. Возьму лучше вот этот gunpowder. Возможно, что он мне пригодится. Это что у нас такое? Витамины. Опять какие-то витамины. Зачем они мне нужны? Непонятно. Доска для разделывания овощей. Это вообще какой-то бред. Так, а вот тут, подожди, что-то было... Наконец-таки. Правда, не так много, конечно, ячеек, как мне бы хотелось, да, но такой прикольный маленький такой этот. Наконец-то. Ну, блин, хоть какой-то рюкзак я смог здесь надыбать. Просто, ну, без этого, как бы, ну, вообще никак. Рюкзак здесь нужен прям с самого начала буквально игры. Без него вообще никак. Так, очень много кастрюль, кстати. О, сардины. Да ладно, давай мы это дело захаваем. Я надеюсь, оно не пропавшее. Сейчас посмотрим, восстановит ли мне сардины как-то энергию. Нет, совершенно никак мне сардины не восстанавливают энергию. Я не знаю, может быть, как-то можно, знаешь, там переспать на ТН. На Т можно разговаривать, видишь. На Т можно поговорить. Давай, поговорим. А, на Б у нас включается микрофон. На В мы переходим в режим боя. На X мы можем лечь. На Z мы можем отряхнуться. Ну, такое. На F, на R, соответственно, ничего не происходит. На M у нас там на карту. Ну, как бы, я не знаю. Я не знаю, как восстановить. Опа, Rank, ух ты, какой-то дождевик, смотри. Здесь, кстати, в игре есть дождь, который на тебя может влиять. То есть, если ты попадаешь под дождь, то у тебя одежда начинает промокать. И после этого тебе нужно свою одежду еще просушить. То есть, тут есть как бы такая тоже тема, видишь. Ну, я одел, в принципе, дождевик, и теперь здесь я одет полностью, то есть максимально. А, теперь у меня есть такой дождевик, который я не знаю, как он меня будет защищать от дождя. Без понятия, ну ладно, побежали.
Все, в принципе, в этом доме больше ничего интересного нет, но здесь мы с вами нашли рюкзак и нашли дождевик. Это круто. Так. Дневничок. Driving Glovers. Перчатки водителя, да, какие-то. Кепочка. Так. Кендл опять. Опять свечка. Везде валяются свечи. Почему нигде не валяются, я не знаю, крабовые палочки? Или что-то типа того, какие-нибудь там... Упаковка апельсинов. Так. Опа, а как мне туда попасть? А почему я... А, мне туда можно только пролезть. А что тут может быть? Сено есть какое-то, да? Тут ничего. Ничего. Совершенно, получается, пустые такие кабинки, да? Да, тут нету ничего. Но это что-то наподобие курятника. Так. Звуки волн. Кстати, здесь нету зомби. Вот в этом городе я не нашел, по крайней мере, ни одного зомбаря. Не знаю, с чем это связано. Куда они все подевались? Это что такое там лежит? Какой-то диск. Metal scrap. Металлический мусор. Нет, такое нам не нужно. В принципе, все. Этот город я тоже залутал. Конечно, хотелось бы где-то найти что-то интересное, что-то полезное. Как-то, не знаю, понять, как восстановить энергию. Вот это вот для меня сейчас самое-самое важное. Как, блин, восстановить чертову энергию? Я не знаю. Я, ребят, не понимаю это. Находимся мы с вами здесь. Я сейчас буду бежать в город, вот, который находится... Если вы посмотрите на карту, я нахожусь... Если вы меня не видите, да, я нахожусь сейчас под цифрами C4. Вот. Там такой синий треугольник. Вот. Я сейчас буду бежать вот над C4, получается, в квадрате D4 на юге есть большое поселение. Вот в него я сейчас и буду двигаться. Мне нужно двигаться в ту сторону. Скорее всего, буду бежать как-то вот вдоль пляжа. Может быть, там будут какие-то зомбари или типа того. Может быть, что-то я там смогу обнаружить для себя. Не знаю. Вот, но в любом случае, мне кажется, что бежать вдоль пляжа будет безопаснее всего. Здесь, кстати, есть военные базы. Они прям так и выглядят, как, знаете, такая... Жесткая военная база, то есть там стоят всякие эти вышки, колючая проволока, высокий забор, всякое-всякое такое. И когда я нашел одну из таких баз, на ней оказался большой робот. То есть вот прям мех такой, знаете, здоровенный, который меня запалил и пытался в меня стрелять. У него это не получилось, потому что он был закрыт как бы домом, да, и он не мог по мне попасть. Вот. То есть здесь есть большие мехи, их тоже можно захватывать, в них тоже можно передвигаться. И, блин, ну это реально круто. В игре очень-очень-очень много всякого разного контента. Единственное, что, блин, где еда? Окей, то есть здесь есть большое количество контента, но где, блин, еда? Как мне восстановить энергию? Что это вообще такое? Как это все делается, непонятно. О, кстати, персонаж тогда, типа, я устал такой, типа, стоит, короче, раз такой. Жалко, я не могу посмотреть на свое лицо, видишь? То есть персонаж поворачивается, когда я хочу его разглядеть. Опа! А что это там такое за вышка у нас интересная? Это получается совсем другая сторона, да, и... Но это довольно близко, а на карте я этого не вижу. Город, кстати, должен быть уже где-то здесь, я его не вижу. Может быть, он просто как-то не подзагрузился еще. Давай сейчас сходим на ту вышку. У меня вот, кстати, видишь, там фреймпринт, точнее, фрейм... Фейм-поинт, господи, фейм-поинт у меня 10 уже. Но по рангу я еще никто. То есть известность у меня уже прокачана до 10. Это скорее всего потому, что я периодически убиваю разных зомби.
Так, а вот смотри, здесь получается у нас просто такая вышка, да, и типа больше ничего нет. Забраться можно, а я могу как-то быстрее, нет? Нет, быстрее не могу, посмотрим, что на этой вышке есть. Я вижу кепку, и все. Ну, обалдеть. А, подожди, стой, есть какие-то патроны. 9-миллиметровый. Так это может быть уже, кстати, к моему пистолету. Да, отлично. Я перезарядился. А, знаешь что, не показано нигде, сколько у меня патронов. Один патрон? Да ладно. Серьезно? У меня один патрон на пистолет. А, нет, смотри, 6. Подожди, а... Братишкин, а что ты как-то... А, это, наверное, один пистолет у меня. А патронов у меня 6. Ну, неплохо. То есть, если, допустим, здесь есть такая тема, как... Ну, типа, такая... Такой же реализм, как в Myst Survival, да? То, что от одного выстрела в голову зомби падает. То, в принципе, 6 патронов это довольно неплохо. Однако мне кажется, что лучше всего, если вы играете, допустим, также в мультиплеере, то патроны тратить лучше на игроков, чем на зомби. Потому что, ну, вы сами все видели, зомби можно убить и без пистолета вообще совершенно спокойно. То есть, обладая топором, ножом или даже просто обычными кулаками, зомби можно, в принципе, вырубить без... какого-то вреда для своего здоровья. Поэтому пистолеты лучше тратить на игроков. Вот. Так. Ну вот, пожалуйста, тебе еще один город. Я вижу, он уже стоят какие-то зомбари. Но все равно, тратить, не тратить, я думаю, что пару выстрелов из пистолета мы сейчас с вами сделаем. Хотя бы просто для того, чтобы посмотреть, насколько здесь качественное оружие. Нет, так-то оно, в принципе, выглядит прикольно, да? То есть, если мы с вами возьмем ствол, перейдем в режим стрельбы, да, можно прицелиться, правда, непонятно как. А я как-то прицеливался, подожди. А как я прицеливался? Стоп, он прям... Воу-воу-воу-воу-воу! Ох ты, куда ж ты выстрелил, дебила, кусок ты такой непонятный. Ладно, надо будет посмотреть тогда сейчас в настройках, как, блин, прицеливаться из пистолета. Вот так вот. Бой такой сбоку чисто, да? Оп. Как этот, блин, как файтинг. У-у-у! Беги, блин. Откуда второй взялся там? Ух ты, ягоды какие-то, смотри. Беги, 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 беги. Тихо. Бегут еще за мной. Вот, блин, да что ж за говнари такие? Отстаньте от меня, вонючие зомби. Все? Все? Вроде все. Так, давай посмотрим, как стрелять, блин, из пистолета, чтобы прицеливаться. Combat. Next target. Selection mode на H. А, вот, подожди. I'm down. Reload. Hold Britain Glue Weapon. Я просто помню, что я прям четко прицеливался. То есть, ну, прям был пистолет. Когда я нажимал на правую кнопку мыши. А почему я не могу прицелиться сейчас? Вот в чем вопрос. Так. Что-то как-то непонятно. Нет, это все-таки, наверное, патрон. А почему он заряжает туда по одному патрону? Может быть, потому что у меня обой... А, у меня, наверное, обоймы нету, слушай. Может быть, и он типа перезаряжает именно в ствол. Хотя, блин, я даже фиг его. Так,
Я не пойму, как все-таки прицелиться из пистолета. На правую кнопку мыши он не прицеливается так, как надо. Аж как-то, не знаю, может... Вот! Подожди. А, я зажимал, это надо просто один раз нажать. Все, теперь я понял. Давай сейчас попробуем этого зомбаря в голову ваншотить. Давай, беги сюда, говна. Кусок! Ах ты ж, блин! Чё ж такое-то? Что с этим пистолетом, блин, не так? Да, ваншот работает. Ваншот 100% работает. Это хорошо. Ну-ка. Отлично. Слушай, и прицел здесь классный. Единственное то, что, блин, по одному патрону, конечно, перезаряжаться. Ну, такое себе. Так, давай устроим поиск у этого пацана. Может, у него есть что-то из еды. Не знаю. Так, что вот это такое? Gunpowder. А, ну я такой уже находил, у меня такой уже. Такая песня у меня уже есть. Вроде как все, да? То есть тут больше... Да убери ты пистолет, что ты, блин... К этот... Так, джинсы, перчатки... Ну да, фланелевая рубашка, как бы, и такое себе. Больше, в принципе, ничего. Давай посмотрим, что у нас у того тогда, зомбака, и уже будем... Это что, ночь, что ли? Отходит ночь у нас... Как, кстати, сделать костер? Вот тоже интересный вопрос. Здесь же, я уверен, есть что-то наподобие костров или типа того. Где-то же нужно готовить пищу. Open fingers cloth. Перчатки с открытыми пальцами. Это мне не нужно. Давай сейчас я еще раз посмотрю поближе крафт. Так. Animal skin трусы, короче, да, то есть animal skin всякий, носки, ботинки, так, колеса какие, а что это такое? Glass, magnifying glass, я не знаю, что это такое. Так, small bound wooden stick, палка какая-то, да, это палки у нас всякие. Компоненты. Бандажики. Веревки. Ну, то есть тут такого как бы Тиндер. Тут такого как бы особо ничего не... А, ву, подожди, вот это, да? Да, вот получается у нас костер. Смотри, у меня есть ганпаудер и палки, я тоже знаю, где взять. Блин, начинается дождь. Начинается дождь, это плохо. Потому что персонаж может промокнуть и, ну, блин, я на самом деле не знаю, на что влияет... мокрая одежда, да, но он как бы, я уже вижу, что у меня потихоньку мой дождевик становится мокрым. Блин, не, ну я уже думаю, что я не успею, хотя все, все может быть. Нет, 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 все, я уже стал мокрый, все, я уже не успею. Давай мы с тобой лучше сейчас, допустим, вот это дерево сломаем. И я сейчас постараюсь найти где-нибудь палки, чтобы сделать костер. Меня интересует... Знаешь, такой реализм, могу ли я зажечь костер в доме? То есть много игр, в которых ты не можешь разводить костер в доме, потому что, ну, типа так делать нельзя. А вот, можно ли здесь это сделать? Вот мне интересно посмотреть. Так, я взял почему-то палку в руки. Нет, палку в руки мне брать не надо. Мне надо сделать просто костерецкий вот этот вот. Для этого мне нужны такие вот small wooden stick, которые, видимо, валяются сейчас, да, валяются на земле, small wooden stick, wooden log я уберу. Много всяких, видишь, здесь различных бревен и всякого-всякого такого. Wooden stick, видимо, занимает много места, ну-ка сейчас давай посмотрим. Да, целые три ячейки, а как же мне тогда сделать костер, если, блин, я не могу столько палок взять себе? Вот и, пожалуйста, вопрос номер один, да, то есть как мне сделать, допустим, костер, если у меня компоненты сейчас, в принципе, все валяются под ногами. Нет, у меня есть ганпаудер, вот он, да. Вот, я, получается, вот это, а, вот, блин, вот я балбес, здесь же большая кнопка крафт.
Крафтим костер. Единственное, что я не знаю, он его поставит сейчас здесь или он его возьмет в инвентарь. Я бы, конечно, хотел, чтобы он его взял в инвентарь, потому что если он его поставит тут, то, блин, ничего из этого не получится, никакая песня. Давай сейчас посмотрим, где он. А, где костер? Подожди, инвентарь. Вот он, получается, валяется на земле. Занимает он, наверное, очень много места. Да, я думаю, что он занимает места очень много. А, вот он, короче, то есть костерецкий наш. Я не... А, вот, все. Зажечь огонь, готовить, unselected, отобрать. Хорошо, то есть костер, в принципе, у нас есть. Как его перенести, я не знаю. Блин, наверное, знаешь, как надо было сделать? Наверное, я сейчас сделаю немножко по-другому. Я сейчас перетаскаю палки куда-нибудь в дом. То есть мне нужно, смотри, мне нужно 5 палок вот таких. Вот, я сейчас перетащу куда-нибудь в здание. Ну, куда-нибудь, я не знаю. Ну, вот в это, допустим, да? Вот в это здание. Вот. Тут у нас сухо, тут у нас нету зомби, нету ничего такого, поэтому... Так, и здесь вот я их тогда поскидываю. То есть вот так вот я сейчас их перетащу и поскидываю. Так. Мне просто интересно, работает ли это здесь или нет. Ну, то есть вот так, такие вот всякие функции. Longwood stick. А мне нужна не Longwood stick, мне нужна обычная палка. Значит, давай тогда... Я не знаю, можно, допустим, разрубить вот это. Топором, да? Также. Топор, оказывается, очень такая нужная вещь. Вот, пожалуйста, еще тебе small stick. Давай, возьмем вот это, еще 2 палочки. Да, и мне будет нужна еще одна палка. Так, заходим сюда. Вот здесь вот скидываем еще 2 палочки. И берем еще одну. Как разжечь, правда, огонь? Я не знаю, мне, скорее всего, нужны какие-то спички или типа того, но у меня их нету. Так. Вот оно. Так, одну еще возьмем палку и давай сейчас попробуем сделать костер в доме. Так. Важнее всего костер в доме. Fire drill. Ладно. Крафтим костерецкий. Зажигалка у меня есть. Вот, я вспомнил. Спичек нету, есть. Есть зажигалка. Это гораздо лучше. Так, костерецкий готов. Зажечь его я хз как. То есть, ну давай попробуем, я не знаю, взять зажигалку, да, как-то. Так, во-первых, мы возьмем вот так сделаем. Потом перейдем в инвентарь и я возьму тогда зажигалку в руку. Попробую так взять в hand, да. И теперь... Так, зажигалку я взял, да. Не бей костер. Не зажигается. Выбрать light fire. Видишь, не могу почему-то зажечь. Но зажигалка сейчас у меня... Вот. Подожди, вот так ее нет в руке. А так она есть в руке, да? Не зажигается. Не зажигается. Так, давай подумаем, почему. Может, мне нужна вот эта штука? Нужна палка. Longwood stick. Ну, давай сейчас попробуем. Кстати, я вроде бы высох, да? То есть, по-моему, у персонажа уже куртка высохла. Так. Поиск нет. Вот. Вот у нас здесь есть палки. Давай я сейчас вот эту штуку скрафчу сразу здесь. Я просто не знаю, что это. Написано, что что-то fire drill какой-то. То есть какая-то
огненная дрель. Я не знаю, как это правильно перевести. Вот она. Может быть, это что-то типа спичек, я не знаю. Давай, теперь сбегаем к костру. Посмотрим, насколько это полезная штука. Так, закрываем за собой дверцу. Где костер? Вот он. Да, light fire, смотри. То есть с помощью вот этой штуки мы можем зажечь костер. То есть нам нужен не просто костер и зажигалка, да? Нам нужна еще какая-то неведанная хрень. Вот, и, собственно говоря, таким образом, просто находясь возле костра, либо разложив одежду, то есть, ну вот прям буквально, да, ее вот так вот сняв. Вот так вот, буквально сняв эту одежду. Ее можно вот так вот перекладывать, насколько я понимаю. Мы можем высушиться. То есть просто так вот поснимая все вещи возле костра, то есть можно как-то высушиться. Единственное, я не знаю, сколько надо времени, чтобы вот оно, допустим, пролежало возле Костерецкого. Без понятия. Так, экипировать, экипировать, экипировать. Так. Но я думаю, что где-то эти показатели все-таки есть. Может быть, как-то надо определить по внешнему виду. Потому что, ну, допустим, если посмотреть, да, то портфель у меня сейчас блестит. Блестит так, как будто вот он реально мокрый, да? А вот еще, смотри, какие у нас... А, нет, экипировать, да? Ладно, понял. Вот, могу ли я что-то приготовить? Нет, я думаю, что приготовить я ничего не могу, потому что у меня ничего нету, да? Ну, то есть костер, в принципе, можно сделать. Его можно сделать в доме, его можно сделать, видимо, по сути, вообще где угодно, да? То есть были бы палки, был бы, была бы какая-нибудь зажигалка или типа того, да? Блин, хватит тебе красться, чувак. Крадется, крадется вот это вот вечно. Так. Пролутаемся сейчас, посмотрим, что тут есть интересное. Может быть, где-то есть какая-то еда. Дома, кстати, очень однообразные. Я имею в виду комнаты, да, внутри. Обустроенные, ну так, достаточно однообразно, я бы сказал. Так, Чё за фигня? Уберись. Все, да? Ножницы, в принципе, еще какие-то ножницы. В мешке у нас еще какие-то ножницы. Вот, я думаю, что стоит тогда переждать, наверное, дождь. Вот, будем его пережидать, будем сидеть возле костра. Опять же, не знаю, как восстановить энергию. Подсказывайте мне, ребят, всякие фишки. Возможно, я чего-то не понимаю. Где-то что-то, возможно, не вижу, как дурак. То есть я смотрю и такой думаю, что за фигня вообще. Мы, кстати, с вами на первом месте. Мы, ну, по серверу, да. Мы самые с вами такие топовые, самые сильные. Вот, с вами был Корвет. На этом, я думаю, все. Не забываем подписываться, пишите в комментариях свои подсказки, пишите вообще, как вам мнение о скам. Всем удачи, друзья, всем пока.